Пошлите нас, девчонок, сфотографируйте. У вас девчонок, да? Да, он красивый. С Дедом Морозом или с Бабой Ягой? А? Ну пошли скорее, вы сейчас все встали, и ему елочку. Сейчас или на диванчик. Давай на диванчик. Света, садись. Давай садись. Да. Садись. Так, мальчики, хватит вам забавлять за камеру. Теперь показывайте. Запечатлите. Что-то на фоне света плохо. Свет, на фоне света, ты света. Thank you.
Миша, что снимаешь? Подъявляется на то, что
Нет, Олежечка, все, тебе в кино мы пойдем. Одна Слова там спит. Борется со сном. Леша капитан наш. Что с ним бороться? Я ему сдался. Ты сдался? Так и сдавайся, у тебя время-то еще есть. Светочка, а чем тем временем занимаются девушки? Девушки у нас пьют кофе. Если пьют кофе. А другой напиток мы не будем называть. Какая чашка пустая Они из-за стола, наверное. У нас впереди еще 5 часов для этого занятия. Как бы нам не вернуться неполноценными. Они наливают из-под стола. Ну понятно, развивуха. Мы будем выходить и проветриваться. Ну ладно, пока все. Репортаж закончен. Уплыл дальше всех. А? Я говорю, уплыл дальше всех. Камеру.
Игорь Павлин. Сейчас вы, наверное. Ружье как у тебя? А? Как у ребят твою? Да, видишь, вот там и руку попит. Надо акулу твою снять потом. Что, знаешь? Говорю, акулу твою сниму потом, как вернешь. Ну давай, еще 2 часа. О! О, какую Игорь грохнул. А поверни, ага. О, о зараза какая. Пасти чердёт. Вдали наш пароход. Где он? Вот. Акваторию 3 часа туда и обратно, из одного конца в конец. Мирок полетел. Вот уже близко. Относительно. Сними его. Там. Наша машина. Туча. Наша машина. Туча, видишь, она так? Ну, в таком цыганском виде у нас не самом лучшем. Что у нас табор здесь? Как будто у нас табор. А что, нет разве? Лёха! А? Ты что там делаешь? Ночью муки. Я хочу читать. Ну, ёлки-палки, не твои, я боюсь. Я тебя подержу, а ты не так нога. Держи меня лучше. Упаду, будет сейчас неприятность. Ну, какие неприятности? Наоборот, здорово. Ёлки-палки, ты можешь здесь встать? Да, другую руку. Света, да падай, что-то я не знаю. Я сама хочу. Мы тебя высушим как-нибудь. Какое-нибудь место. Мы все еще находимся на острове. Света отмывает здешний грунт с ног. Это наш автобус, на котором мы проехали уже очень много времени. Пищит колесо. Слышишь? Слышу. Да. Это наш суперводитель Лёха. Не отвлекайся. Я всегда вижу, даже могу не смотреть на дорогу, и так все чувствую. Дороги главное чувствовать, можно смотреть. Это кинооператор.
много пленки. Света. Такой видно. Не могу на камеру. Встать где-нибудь, не надо. Вот сейчас, если будет место, местечко, я встану. Я уже вижу. Иди сюда, Леха. Здесь кусты не видны. Вот туда иди. На эту точку. Классно, иди сюда, Леха. Да, вид замечательный. И вверх немножко сними. Я слишком... Здесь желуди на каком-то непонятном дереве. Желудь, да. Желудь, но это не дуб. Леха, приклей обратно желудь. Я взял. Леха проголодался, теперь желуди ищет на пропитание. Леха, пошли быстрее. А то сейчас девчонка выскочит, тоже желуди будут собирать. Во, надо заснять, видишь, веточка. Желудь. Да. А листья цвета? А листья? Так это лаврушка с дубом. Помесь. Серьезно, да? Да. Как интересно. Завалишься. О, гляди, какой камень. Возьми для аквариума. Иди нафиг. О, Леш, помоги мне. Ну, помоги Свете лучше. А вот белый такой. Света, мы уже едем. И хожу такая гордая. Чего ты меня снимаешь? Гляди, как. Чего расстегнут? Ну-ка покажи еще раз. Уже застегнут. Это да. Мрамор. Мрамор. Обалденная. Вот здесь тебе волочка надо было сидеть близко. Высота не высокая. Светка накурилась. Машину. Не надо поворачивать, едь прямо. Ох, стараешься. Неужели не можешь спрямить дорогу? Так говорят, в России дороги плохие. Марина, это твое. А написано было указатель Марина.
помедленнее лишь. Миранда Балата. Веди между кустов, Лёх. Ты города не видно. Крес, крес. Маринка, смотри, что там делается дальше-то, а? Ну что? Чего? Быстрее давай. Нет. Вот. Маринка, тормозов-то нету. Тормоза придумали трусы. Сказала Маринка, взвизгнув. Как всегда. Маленький, смотри, какой поворот. Не хочу. Посмотри. Вот классный. А там пропасть, смотри, маленькая какая. Совсем ответственная. А ты тут уже свалился, видишь? Да. А вот справа. Смотрите, девочки. Вниз посмотри, я поближе подъеду. Сейчас спустимся, подождите немножко. Тихо. Что ты говоришь, Майна? А там вода внизу, Майка, не страшно. Да, что? Все же плавают. Главное, ласты теперь надеть. Майка, смотри, какой поворот классный. Всего 40 километров. Падает вниз. У нас спидометра жалко нет. Вот билеты, по-моему, берут. Лёх, подожди секундочку. Билеты берут. Так, на куда мы? Да. Что здесь снимать? Давай вот на... Подожди, молчи. Мы берем билеты на паром. На котором мы поедем на материк. Вот на этой машине. Лёха, ты что там нашел опять? Алёха! Лёшка, что там нашел? Опять дуб нашел?
Вниз, 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 вниз. Бац! Представляешь, Света, если туда прыгнуть вниз? Если туда вниз прыгнуть. Давай желуди возьмем, посадим, пускай она так. Это ничего не будет. Лето? Потому что он не прорастет. Да что такое? Вот здесь его камней для аквариума набрал. Целый мешок. А какой мешок? Два мешка? Два мешка. Вот здесь. Не знаю, где, сука, аквариумом достать, как называется. Ну, наш автобусик. Какая птичка? Леви-леви-леви-леви-леви-леви-леви. Крупный план Англии. А что, это не вижу никакой птички. Ну, через стекло, конечно, не видно. Посмотри так. А? А ты эту говорил птичку, да? На рейд, которая да. Прошла. Да. Здорово. Угу. Володя пристает к Марине. Володя, как ты пристаешь к Марине? Вот только что надо было... Это не к Марине. Это не к Марине. Я покажу, это не Марина совсем. Ну, понятно. Нет, ты на примере, да, показываешь? Заснешь как раз вы тот момент. Я показываю. Ясно. Ку-ку, совсем. Я меня просто даже возмущает это. Я тебя убью сейчас. Понятно, вот так вот, да? Вообще. Так, что? Ну, все время убивает. Что ты так быстро водишь? Сошла, что ли? Я хочу посмотреть, что там делать. Надо очень медленно. Да? Да, это мои каждый. Да я, по-моему, медленно вожу. Вожу воды туда и сюда. Очень быстро, Света, для камеры. У меня почему-то глаз дергается. Левый. Так и мы будем задергивать. Остановись. Где у нас Алексей Борисович? Ну, понятно. Да. Релаксация, будете отдыхать, Ануш? Теперь дальше какие-то действия еще сейчас. Расслабьтесь. Хорошего. Все, оставьте на подозрение. Зачем нам эти рожи чужие посторонние? Это мы. Мы как? Подожди. Я же сказал, подожди, а не... Пойдем в холод. Леша, пойдем, здесь холод. Ой, господи, мы еще и не выехали. Вот еще один мост. Нет, там был Будда, а это Мишка.